Сборная Дагестана по боксу среди юношей заняла первое место в общекомандном зачете на всероссийских соревнованиях. Прошли они в Анапе в память о заслуженном тренере России Александре Аксенове. В активе воспитанников спортивных школ Дагестана 3 золотые и 3 бронзовые медали. Чемпионами в своих весовых категориях стали Далгат Салиев, Ахмат Айдамиров и Байрамхан Ашуров. Всего же обладателей 18 наград определили около 200 спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет.